В Жесказгане в результате пожара на верхнем этаже пятиэтажки погибли два человека, сообщает портал Закон.кз со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Пожар произошел в пятиэтажном доме по проспекту Алашахана 16 сентября в 5 часов утра. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожар был локализован за 30 минут, а к 6 часам утра был ликвидирован полностью. Эвакуированные жильцы подъезда вернулись в свои квартиры. В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и 4 единицы техники службы пожаротушения Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. В ходе тушения были обнаружены два трупа. Женщины 37 лет и неустановленного мужчины. Причины пожара и личность погибшего устанавливаются. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».